естественно, действия армянских властей будут негативно восприняты в России, и вполне можно ожидать, что на них будет дана определенная реакция, какая именно, пока неизвестно, но то, что это будет воспринято как открытый антироссийский шаг со стороны высшего руководства Армении, это однозначно. Тем более в преддверии ожидающейся трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России. И я не могу сейчас сказать, именно будет такой зеркальный ответ признать кого-либо в России персоной нон-грата, потому что даже в нынешней ситуации мы смотрим как бы заявление МИД Армении, такое впечатление, что они даже не в курсе, и персоной нон-грата признают не парламент страны, а все-таки МИД. Да? Поэтому очень такая непонятная, неясная ситуация. Тут даже не исключается, что под давлением России вдруг выяснится, что это было просто пожелание некоторых депутатов от правящей партии, а не официальной позиции армянских властей, когда на этот шаг последует реакция Москвы. Да? Поэтому я не знаю, что, не думаю, что это будет именно вот такой зеркальный ответ. Да? Пока мы не можем об этом точно говорить. Но то, что это будет воспринято как антироссийский шаг и на это последуют ответные действия, которые будут призваны